Чем заняться спортсменам, завершившим свою карьеру? Решение этой непростой задачи предлагает Российский международный олимпийский университет. По благотворительной программе содействия мастер спортивного администрирования, спортсмены и те, кто оставил большой спорт в прошлом, получат возможность пройти обучение в Сочи. Эта 10-месячная программа дополнительного образования позволит атлетам найти себя в новой спортивной сфере. Важное требование – наличие званий заслуженный мастер спорта или мастер спорта России международного класса. Базовое высшее образование и возраст не более 45 лет. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление на обучение по программе мастер спортивного администрирования. Обладают работающие в сфере спорта и физической культуры спортсмены, кандидаты и члены сборных команд России по олимпийским видам спорта. Срок подачи заявлений на обучение в 2019-2020 учебном году закончится 31 августа текущего года.